Здравствуйте, друзья! Это итоговая программа МТРК. И сегодня о том, как мы будем выходить из карантина и какие объекты начнут работать уже завтра. Продолжатся ли впредь жесткие ограничения в выходные и когда можно будет снять маски. А еще о том, где искать работу, что происходит с общественным транспортом, хватит ли всем нуждающимся школьникам компьютеров для дистанционного обучения и появится ли, наконец-то, качественный интернет в селах. О лишенных какой-либо интриги в выборах в Сенат и многообещающем праймерис Нур-Отана. И о том, как карантин заставил нас отпраздновать 175 лет со дня рождения Абая в полном соответствии с философией поэта. Обзор минувшей недели в ближайшие 40 минут. Меня зовут Ульяна Ашимова. Начнем. Завтра долгожданное послабление карантина. В четверг на заседании Госкомиссии утвержден план поэтапного снятия карантинных мер. И, судя по тому, к каким выводам пришла комиссия, это будет очень плавное ослабление. Такая осторожность вполне понятна. Один раз мы уже стремительно вышли из локдауна и спустя две недели получили колоссальный прирост заболеваемости, а потом и неконтролируемую вспышку, к которой никто не был готов. Система здравоохранения захлебнулась и пришлось снова жертвовать целыми отраслями экономики и объявлять второй карантин. Изначально было заявлено, что он продлится две недели, но потом его продлили еще на две. И, несмотря на бравые рапорты главы Минздрава и премьер-министра, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился еще две недели не снимать локдаун для закрепления эффекта. И цифры говорят о том, что ситуация действительно выравнивается. Если 2 августа накануне предполагаемого снятия карантина зарегистрировали 1226 случаев коронавируса и более 5000 случаев пневмонии с симптомами COVID-19, то в конце этой недели коронавируса было около 500 случаев в день, а пневмонии меньше 1000. Соответственно, снизилась нагрузка на скорую помощь, на стационары. В Петропавловске на этой неделе закрыли провизорный госпиталь, который вынуждены были разворачивать в студенческом общежитии. Теперь важно аккуратно выйти из карантина, не допустив нового роста заболеваемости, и для этого нужен план, который президент поручил разработать правительству. И вот в четверг первый этап этого плана был опубликован. 17 августа возобновляют свою работу торгово-развлекательные центры и торговые дома, крытые рынки при условии заполняемости посетителями не более чем на 30%. И по поводу рынков и по поводу других объектов в плане есть конкретные условия по количеству посетителей на единицу площади, чтобы каждый предприниматель мог высчитать эту норму и соблюдать ее. В этих крытых рынках разрешается не более одного посетителя на 4 квадратных метра. Также открываются салоны красоты, парикмахерские, спа-центры, объекты, оказывающие косметологические услуги. Здесь тоже должно быть предусмотрено 4 квадратных метра на одного посетителя и прием по предварительной записи. Возобновляют свою работу фитнес-центры, но без бассейнов. Им можно заполнить зал наполовину из расчета 5 квадратных метров на одного посетителя. Бани и сауны тоже открывают, и тоже с ограничением по заполняемости и без бассейнов. С понедельника будут работать дежурные группы в детских садах при условии заполняемости не более 15 человек. Также детские кабинеты коррекции, детские и взрослые образовательные центры, но в маленьких группах не более 5 человек и только по записи. А также запускают аттракционы на открытом воздухе при условии соблюдения дистанции, масочного режима и строгого регулирования потоков посетителей. При этом сохраняется рекомендация о дистанционном формате работы для 80% сотрудников, и по-прежнему действует запрет на проведение зрелищных, спортивных, семейных, памятных, торжественных и других массовых мероприятий, в том числе на дому. Запрещена работа баров, ночных и игровых клубов, караоке, фудкортов, кинотеатров и прочих развлекательных заведений для детей и взрослых. Деятельность объектов культуры, музеев, религиозных объектов, проведение конференций, выставок, форумов пока тоже не возобновляется. Передвижение пригородных пассажирских поездов и электричек также запрещено. Бассейны, городские общественные пляжи, аквапарки тоже
тоже пока закрыты, и строгий масочный режим продолжает действовать в стране. Масочный режим и социальное дистанцирование являются обязательным санитарным требованием для всех и должны стать повседневными правилами в жизни граждан. Возобновлять деятельность субъектов бизнеса необходимо только при полной их готовности, заявил премьер-министр Оскар Мамин. Ранее сообщалось о том, что проверять частные объекты на предмет их готовности принять посетителей будут специальные комиссии, состоящие из представителей акиматов, санитарной службы, палаты предпринимателей, чтобы люди были уверены, если объект работает, значит он проверен и там соблюдаются все меры для безопасности. И чтобы сделать это максимально оперативно, исключив бюрократию и коррупцию, запущен портал InfoKazakhstan.kz. И уже в пятницу с утра там начали принимать первые заявки. В четверг Атамекен выступил с заявлением о том, что еженедельно они намерены добиваться внесения изменений в приказ главного санитарного врача в части разрешения новых видов деятельности бизнеса. Ну и несмотря на послабление локдауна, карантинные выходные продолжаются, и нынешние, к сожалению, не последние. Впрочем, кое-какие послабления на этой неделе все-таки случились. Ограничения действовали не 3 дня, а 2, в субботу и воскресенье. Разрешили работать магазинам, которые реализуют запчасти для сельскохозяйственной техники, и еще разрешили ресторанам работать на вынос. И это большая победа предпринимателей в борьбе за здравый смысл. Ну и вот еще про здравый смысл. Своеобразный флешмоб в мобильном приложении DomuMed, когда люди массово стали проверять свои истории болезни и приемов, выявил такие же массовые приписки. По этому поводу Минздрав уже делал заявление на прошлой неделе о том, что они проведут тщательную проверку, а все деньги в тройном размере в виде штрафов, оплаченных лечебными учреждениями, обязательно вернутся в фонд медстрахования. Речь идет о 13,5 тысяч приписок только за первые полгода, выявленные в результате проверки ФОМС. Но это не единственный сюрприз от системы здравоохранения, который может поджидать граждан. 1 июля завершился льготный период, когда все считались условно застрахованными, а сейчас некоторые не найдут себя в базе ФОМСа. Это означает то, что полный объем медицинской помощи в Казахстане им недоступен. Для многих людей это оказалось прямо-таки сюрпризом, особенно имея в виду тот факт, что 2 месяца весны в стране действовал режим ЧП, и многие остались без доходов, не то, что отчисления делать. И вот на этой неделе подробные разъяснения на этот счет дали представители регионального филиала фонда медстрахования, рассказывает Айгерим Мукашева. Пробный период. С января по апрель все казахстанцы считались условно застрахованными. После из-за пандемии этот период продлили до 1 июля. Итого у жителей страны было полгода, чтобы почувствовать все преимущества социального медстрахования. Но вот пробный период закончился. Время платить по счетам. Но некоторым платить оказалось нечем. Те, кто не делал отчисления, сейчас приходят в медучреждения, но получают лишь гарантированный пакет. То есть в экстренной, скорой, неотложной помощи им, конечно же, не откажут. Их примет участковый, и даже минимальный набор анализов доступен. А за все остальное придется заплатить. Это из-за того, что человек в СМС не имеет статус застрахованного. Чтобы не быть таковым, необходимо сделать отчисление с января по текущий месяц. Если хотя бы за один не уплачено, то пакет социального медстрахования недоступен. Узнать статус можно на портале ЕГОВ. То есть вы смотрите, например, если у вас есть именно неперечисленные взносы в каком-то определенном месяце, то если вы наемный работник, вы должны обратиться в первую очередь к своему работодателю и определить причину, почему работодатель не перечислил взносы в данном отчетном периоде. Если вы самозанятый, то есть нигде не работающий, занимаетесь каким-то определенным видом деятельности, то вы должны как самозанятый заплатить взносы за те истекшие периоды. Если отчисления есть за все месяцы, но статус не подтвержден, то нужно обратиться по номеру 1406. Случай рассмотрят индивидуально. Много на этот телефон поступает обращений от самозанятых. Для получения 42,5 тысяч тенге большинство в апреле и мае внесли единый совокупный платеж один или два раза. Но при этом считают, что пакет СМС им доступен на год вперед. Это не так. Система расценивает их как должников. Что делать? Нужно оплатить взносы за пропущенные месяцы в размере 2125 тенге. Главное делать это отдельными платежами, указывая период. Но есть и категории, которые из-за потери доходов во время пандемии освобождены от уплаты.
Субъектов малого и среднего бизнеса 29 видов деятельности, которые также определены правительством, и в которую как раз входит работа салонов красоты, фитнес-клубов, общепита и так далее. То есть у нас таких 16 389 субъектов. Все эти субъекты утверждены, есть перечни, есть их юридические данные, они все размещены на сайте Департамента госдоходов. И работники этих субъектов освобождены от взносов до 1 октября. Еще один популярный вопрос задают те, кто в отпуске дольше 30 дней. К примеру, медики или педагоги. Рассмотрим такой сценарий. Учитель вышел в отпуск в конце мая, получил отпускные, а работодатель отчисления за июнь и июль сделал разом, указав месяц май. Работник сразу же автоматом июнь и июль остается без взносов. Что пенсионные, что социальные, что медстрахование. Такого не должно быть. Раз написано в налоговом законодательстве, в наших подзаконных актах, написано, что за каждый отчетный период работодатель должен делить, потому что отпускные начисляет он за каждый отчетный период. Точно так же в назначении платежа, в перечислении платежного поручения должен раздельно. Это за май, это за отпускные июня, это сумма за отпускные июля. В общем, надо делать отчисления каждый месяц, и проблем не будет. Единственное, некоторые узкие специалисты в нашей области дефицит, и в поликлинике его может попросту не быть. Но отказывать медучреждение не имеет права. Она должна заключить договор с организацией, где нужный врач есть, и выдать направление. Участник СМС эту услугу получит бесплатно. И в это самое время, когда многие предприятия вынуждены отправлять сотрудников в отпуска без содержания или вовсе сокращать штаты, в цене оказались люди рабочих специальностей. В стране реализуется дорожная карта занятости. Это массовая ремонтная кампания, которая предполагает массовое трудоустройство людей. Сейчас по всей области ведутся ремонты, строительство, благоустройство. Все это финансируется из бюджета, а фирмы-подрядчики обязуются принять на работу определенное количество сотрудников с определенной зарплаты. На сегодняшний день в ходе реализации программы дорожной карты занятости уже трудоустроили более 700 человек только в Петропавловске, но работы еще очень много. По информации городского акимата, всего в ходе этой строительно-ремонтной кампании им понадобится более 3000 сотрудников. Конечно, эта работа не для всех, в основном она мужская, но и навыков особых, и уж тем более документов о профильном образовании не спрашивают. Достаточно лишь удостоверения личности и сообщить работодателю реквизиты своей банковской карты. С теми, кто уже трудоустроился, встретилась Дарья Пышмынцева. Многолетний и масштабный. Все это в проекте специальной экономической зоны. Чтобы собрать ее, пусть и не с нуля, так как на территории есть каркасы некоторых объектов, понадобится не одна сотня рабочих рук. Фундамент будущего тракторного завода, например, закладывают 80 человек. Больше половины трудоустроились по дорожной карте занятости. Андрей Савельев и Арман Шарипов в их числе. Высшего образования, как и среднеспециального, у них нет. Всему, что умеют, учились, так сказать, в процессе работы. Навыки проходят годами, учишься у одного, у другого человека, и потом начинаешь работать. Бетонные работы выполняю, там, ну, стяжку, потом слесарные все работы такие вот. Ну, мне нравится. Я работал на шиномонтаже. Я раньше работал на кровле. Онкологию накрывали. Здесь пятиэтажку накрывали. В Астраханке работали, школу делали. Но после карантина потерял работу, пришел в центр занятости. И центр занятости сюда направили меня. На условия труда специалисты не жалуются, как и на зарплату. Она в случае Армана и Андрея переваливает за 100 тысяч тенге. Их рабочий день начинается в 9 утра и длится до 6 часов вечера. Есть перерыв на обед. По дорожной карте занятости выделено более 16 миллиардов на 75 объектов по городу. На сегодняшний день трудоустроено более 700 человек по дорожной карте занятости. То есть на сегодняшний день нужны такие специальности, как бетонщики, каменщики, разнорабочие, отделочники широкого профиля, сварщики, слесаря, водопроводчики, также электрики. Заработная плата по дорожной карте занятости составляет от 85 тысяч тенге. Это минимальная заработная плата и выше. Еще одно преимущество такого трудоустройства – минимальный набор документов, которые необходимо собрать. Потенциальному работнику нужно только удостоверение и банковская карта.
В сфере пассажирских перевозок тоже сейчас большой кадровый голод, и в отличие от строительной отрасли, не потому, что возросли объемы. Около 100 водителей, по информации Ассоциации перевозчиков, были вынуждены уволиться в поисках лучшей доли. Доходы упали, требования возросли, условия труда стали хуже. Общественный транспорт в Петропавловске давно нуждается в реформировании. Все недостатки местных перевозок вам известны, я даже не буду их перечислять. А сейчас в карантин, когда автобусы ограничивают по времени работы, когда к общественному транспорту предъявляют повышенные требования санитарной безопасности, эти проблемы усугубились до конфликта. На прошлой неделе, в четверг, автобусы сошли сразу с 6 маршрутов. Через несколько часов движение восстановилось, но официальные комментарии подоспели только к началу этой недели. Во вторник, во время очередного неформального прямого эфира в Фейсбуке, отвечая на наши вопросы, руководитель Ассоциации перевозчиков Галина Семенова объясняла, почему автобусы сошли с рейсов и как удалось решить эту проблему. В утреннее время выезжали сотрудники местной полицейской службы для разъяснительной работы на остановках. Значит, и водителям говорила, что запрещено возить свыше посадочных мест, и в случае, если будут нарушения, во второй половине дня будут рейды мероприятия совместно с сотрудниками, саннепиднадзора, и будут выноситься штрафные санкции. Я думаю, что, скорее всего, это побудило, наверное, водителей, они соорганизовались, и во избежание штрафных наказаний они, самостоятельно, не уведомляя заблаговременно ни руководителей предприятия, ни ассоциацию, никого, они приняли такое решение. Как только мы об этом узнали, естественно, выехали представители, руководители предприятий, выехали, это у нас два предприятия, маршруты двух предприятий, выехали 25-й маршрут, 21-й, 6-й маршрут, 14-й, 4Т и двойка, 6 маршрутов. Сразу выехали к водителям на переговоры. Мы обратились, соответственно, в органы прокуратуры, в органы ЖКХ города, дорожной полиции, чтобы не создавать резонанс, все-таки все вместе будем над этим работать, что все-таки не надо только водители, давайте будем и население, Мы стали действительно искать пути решения, совместные пути решения, кондукторов посадить, это действительно затратная часть, которую сейчас мы не можем взять на себя, и городской акимат совместно с прокуратурой, было принято решение, что организуют волонтеров нам в помощь. Пытались объяснить, если даже 2-3 человека, так же, как ребята где-то говорят, многие вещи, можно чуть-чуть лояльно где-то отнестись, проехал в пик побольше, а там где-то 2-3 человека, люди стоят, люди быстренько, там двери у нас постоянно открываются, 5-7 минут между остановками, то есть мы же не пригородные маршруты, которые закрылись и едут долгое расстояние, контакт людей, мы пытались это объяснить, но понятно, что не получили мы, конечно, ответа, что да, ребята, мы вам разрешаем. Нет, все-таки настоятельно с нас требуют выполнять эти нормы, но нам дана помощь в плане волонтерства. Волонтеры действительно вышли на остановки, чтобы проводить разъяснительную работу, и на себя приняли удар от возмущенных пассажиров, которые во что бы то ни стало пытаются втиснуться в салон вопреки запрету на провоз людей стоя. Люди на остановках должны строго соблюдать санитарные нормы и заходить в общественный транспорт только в масках. Мы рассказываем это людям для того, чтобы они соблюдали все санитарные нормы и дистанцию в общественных местах. Общими усилиями мы справимся. Этот конфликт, конечно, погасили. Поговорили с водителями, постарались их успокоить, поставили даже волонтеров на остановке в помощь. Но глобальные проблемы отрасли, которые и спровоцировали такое ультимативное поведение водителей, никуда не делись. Можно объяснять это тем, что водители устали от масок и перчаток в жару, от огромных штрафов, от недисциплинированных пассажиров, которые игнорируют требования не набиваться в салон. А ведь и за это тоже в ответе сами водители в итоге. Но в действительности дело в том, что никто до сих пор так и не разобрался принципиально в экономике этого бизнеса.
Даже отвечая на прямые вопросы, Галина Семенова отказалась комментировать и заработки водителей, кстати, не фиксированные, и доход собственников маршрутов с каждого рейсового автобуса, заявив лишь о том, что тариф 80 тенге не покрывает их расходов. Никакой нет конкретики и никаких цифр. В общественном транспорте Петропавловска до сих пор нет билетирования никакого, ни бумажного, ни электронного. Поэтому все заключения о снижении пассажиропотока или, наоборот, его увеличении исключительно умозрительные. Еще до начала карантина перевозчики вели переговоры с горакиматом о субсидировании маршрутов. Но никаких внятных расчетов они сами в акимат так и не представили. Да и как их сделать, если качественный мониторинг пассажиропотока не проводился вообще никогда? Интересно и то, что этот мониторинг все-таки заказали. Но не перевозчики, а городской акимат. Хотя кому как не собственникам маршрутов должно быть в первую очередь важно понимать, сколько они перевозят пассажиров, на какие средства и суммы могут рассчитывать в том или ином направлении. И такая пассивная позиция самих собственников маршрутов ничем, кроме как нежеланием покидать зону комфорта, не объяснишь. И если в обычное время все это еще как-то держалось на честном слове, хотя ни о каком качественном массовом обновлении парка и речи быть не могло, то с приходом карантина ограничение пассажиропотока, стало быть, и получаемых средств, отрасль взорвалась, пусть недолгой, но забастовкой. Потому что пострадали в первую очередь те, на кого ложится самая большая ответственность, кто оказался в самых сложных условиях труда и снижение доходов, которых получилось наиболее ощутимым. Это водители. Как удалось выяснить, штраф 83 тысячи тенге – это зачастую и есть вся их зарплата за месяц. Комментируя ситуацию, заместитель акима Петропавловска Оскар Хабибуллин сообщил, что и новые автобусы будут, и электронное билетирование, и качественный мониторинг, проведенный приглашенными специалистами, и оптимизация маршрутов, чтобы сделать их более рентабельными. Но это все не новости. Мы слышали об этом еще в начале года, но эти планы до карантина реализовать не успели. И когда к этому вопросу вернуться, пока не ясно. Галина Семенова сказала, что сейчас для этого не время, и всем надо потерпеть. И теперь лишь бы у всех хватило терпения. Однако есть в этой сфере и хорошая новость на этой неделе. Ее авторы не городской акимат, к сожалению, и не сами перевозчики, а обычные горожане. Вот такие наглядные схемы маршрутов общественного транспорта появились на некоторых остановках Петропавловска. Это, конечно, никакой не ноу-хау, такие схемы можно увидеть во многих городах, и это, безусловно, удобно. Но в Петропавловске такого до недавнего времени не было. Об этом задумался Алихан Кушербаев и вместе со своей инициативной командой КАЗ «Урбан» приступил к реализации. Сейчас у нас на данный момент покрыто несколько самых важных остановок. Это Рахмет, это вокзал, колхозный рынок, также Северный по Мира, вот, также ЦУМ. Казалось бы, мелкая деталь, но которая делает общественный транспорт гораздо более удобным. Сейчас мы планируем несколько остановок, такие как «Сокол». Вот. Также мы хотим захватить больше остановок в 20-м микрорайоне. То, что повешали вот схему маршрута на остановку, это вот очень удобно. Не каждый может посмотреть в телефоне, а тут посмотрел, уже знаешь, на каком автобусе куда уехать. Я считаю, что правильно сделали, что повешали схему, потому что бывает, телефон разрядится, сядет, или, например, заполнится память, или нет интернета, и все равно я считаю, что бумажный вариант, он всегда надежный. При всей очевидной простоте и удобстве идеи в городском акимате ее на ура, как ни странно, не восприняли. Разрабатывает и печатает эти схемы Алихан на свои средства, а точнее на те донаты, которые перечисляют активистам, урбанистам, их подписчики в социальных сетях. То есть на средства самих пассажиров, получается. И я, к большому своему удивлению, узнала у Алихана, что и официального разрешения на расклейку таких схем в городском акимате получить он не смог. Погрязнув в бюрократической переписке, ребята просто пошли и сделали все сами. Так что формально эти плакаты висят там незаконно, но при этом продолжают делать свое доброе дело.
К другим темам. Новый учебный год не за горами, точнее всего лишь через 2 недели. И то, что первая четверть пройдет в дистанционном формате, это уже точно. Впрочем, ученикам начальной школы разрешили заниматься очно, правда, в дежурных классах и с письменного согласия родителей. Как и стоило ожидать, подавляющее большинство мам и пап дали свое согласие. И основные предметы в начальной школе дети все-таки будут изучать со своим учителем, а не вечерами с родителями после окончания их рабочего дня. Впрочем, остальные предметы, языки, например, останутся в дистанционном формате, но после эмоциональной четвертой четверти прошлого учебного года это просто лайт-версия. Остальным, это ученики средней школы и старших классов, а также малыши, чьи родители все-таки решили оставить ребенка дома на дистанционном обучении, нужно обеспечить нормальные условия. Это означает компьютер, качественный интернет и достаточное количество учебных материалов. На прошлой неделе Касым Жомарт Токаев заслушал отчет министра образования о подготовке к новому учебному году. А месяцем раньше глава государства высказывал опасения по поводу того, что Минобор не сильно-то торопится, а лето пролетит быстро. И вот, что мы имеем за пару недель до начала нового учебного года. В Северо-Казахстанской области больше половины школьников все-таки будут учиться очно. В Минобразовании решили сделать исключение для малокомплектных школ, а таких в нашей области немало, 287, и в них обучаются 14 тысяч детей. Ну и плюс практически вся начальная школа, как я сказала, подавляющее большинство родителей изъявили желание вводить детей в дежурные классы. Итого, около 43 тысяч детей из 75 тысяч все-таки сядут за парты в первой четверти. И для них эта четверть, правда, тоже будет не совсем обычной. Не будет привычного расписания, занятия организуют в 2 смены, а некоторые предметы все-таки будут преподавать дистанционно. Не будет прежнего состава школьных друзей, классы поделят так, чтобы в одной подгруппе было не более 15 человек. Да еще придется привыкать к новым школьным порядкам. Форму разрешено не надевать, зато маски обязательно. А еще в школах появятся бесконтактные тепловизоры и санитайзеры. Для остальных школьников, а их тоже немало, 32 тысячи в нашей области, подготовка к новому учебному году должна быть еще более тщательной. Во-первых, нужно всех обеспечить компьютерами, а во-вторых, наладить интернет. За последние 3 года было закуплено 1600 единиц. В этом году во время карантина мы за счет экономии приобрели и раздали школьникам 580 компьютеров. Дополнительно будет закуплено еще 14 тысяч единиц техники. Это ноутбуки, компьютеры и планшеты. Как итог, в этом году мы приобретаем столько же компьютеров, сколько суммарно за последние 10 лет. Всего детям будет передано 15 тысяч компьютеров, планшетов и ноутбуков. И это, как заявили в пресс-службе Акима области, полностью покрывает потребность североказахстанских школьников в оргтехнике. И еще 373 компьютера передадут для работы учителям. С качественным интернетом дела обстоят сложнее. Конечно, кое-что постарались поправить за это лето, но насколько успешно, станет ясно только в сентябре, когда все разом начнут заниматься. На сегодняшний день в нашей области из 635 населенных пунктов 437 имеют широкополосный доступ к интернету. В этом году мы подключаем еще 133 села. Таким образом, до конца 2020 года 570 сел будут охвачены широкополосным интернетом или 90% населенных пунктов нашего региона. К широкополосному интернету подключено более 96% школ. Учителя, не входящие в группу риска, будут вести работу из школ, каждый в своем кабинете. Для отдаленных сел мы закупаем 1500 роутеров и USB-модемов. Все они будут переданы детям из семей с низким уровнем дохода. Дополнительным учебным ресурсом станут телеуроки. Трансляция телеуроков будет вестись на республиканских телеканалах «Аль-Фараби» и «Ель-Арна» с 9 утра до 18 часов вечера. По всем населенным пунктам есть подключение посредством спутникового телерадиовещания «Утау-ТВ» с возможностью приема на всей территории области. Кроме того, начаты переговоры с «Казах-Телерадио» о вещании на всех имеющихся станциях цифровой эфирной сети.
На данный момент работает 29 станций. Дополнительно будет подключено еще 13. Охват населения области составит 100%. Озвучивая эти планы, официальные лица говорят о первой четверти, видимо, допуская возможность вернуть все на круги своя, как только представится такая возможность. При этом в нашей стране всерьез не рассматривают дистанционное образование в качестве альтернативы традиционным занятиям в школе. То, что происходит сейчас, это вынужденная мера, и это ясно читается в письме, которое министр образования написал своим коллегам, казахстанским учителям. Сейчас на нас с вами возложена огромная ответственность за наших детей и их будущее. И не только за их знания, но и за здоровье, за моральное состояние. Мы должны сделать все необходимое, чтобы они смогли получать знания в максимально безопасной и комфортной среде, какую мы только можем создать. Асхат Аймагамбетов попросил педагогов в этой сложной ситуации не только учить, но и быть проводниками стабильности и уверенности, проявить терпение, доброту и самообладание и научить этому своих учеников. Прекращение ненормального ритма школьных занятий коснулось более чем 1 миллиарда учащихся по всему миру. И по меньшей мере 40 миллионов детей остались без дошкольного образования. Мы столкнулись с катастрофой для целого поколения, которое может нанести непоправимый вред человеческому капиталу, подорвать десятилетия прогресса и усугубить укоренившееся неравенство, заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. При этом он отметил, что как только распространение коронавируса будет взято под контроль, возобновление занятий в школах должно будет стать первоочередной задачей. Продолжаем программу. На этой неделе выбрали новых сенаторов. Впрочем, для Северо-Казахстанской области все осталось по-прежнему. В неравной борьбе действующего сенатора и руководителя Мамлютского райизбиркома победила Ольга Перепечина. Она работает в Верхней Палате уже 6 лет, с 2014 года, и это будет ее второй срок. Впрочем, переизбрали не весь сенат, а лишь 17 депутатов. 1 октября истекает срок их полномочий. Сенатор и бывший аким Северо-Казахстанской области Ерик Султанов также продолжает работу в Верхней Палате. По закону депутатов Сената парламента в Казахстане избирают депутаты маслихатов. И для такого важного события в Петропавловске отвели новенький и пустующий сейчас дворец школьников. Масочный режим и перчатки – обязательный атрибут этих выборов. И наверняка депутаты позаботились об этом заранее, но и на входе каждого ждал бесплатный комплект средств индивидуальной защиты. Еще одно новшество – электронная регистрация выборщиков. Ну а сама процедура проста и отработана. Выбирать пришлось из двоих человек. Кабиденс Адвокасов, руководитель Республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов Минсельхоза, снял свою кандидатуру. И вот достаточно предсказуемый итог. За Дангуле Магунову проголосовали 23 выборщика, за Ольгу Перепечину 162. 5, 6, 7... 162. Два бюллетени засчитать не смогли. Галочки в них стояли напротив обеих фамилий. И это, пожалуй, единственная шероховатость выверенного процесса выборов Сенат-парламента. А вот первые выборы в региональные советы палаты предпринимателей пришлось продлить. Мы уже рассказывали вам о том, что состав советов решено обновить, но на сей раз их члены должны быть не просто назначены правлением палаты, а избраны большинством голосов представителей бизнеса каждого региона. В интервью замдиректора областной палаты предпринимателей Женисом Казиевым пару недель назад мы обсуждали то, что время пришло и бизнес подрос настолько, что готов и даже больше очень хочет участвовать в процессе принятия решений, а не просто брать на исполнение и соглашаться со всеми директивами государственных органов. На 33 места в Совете Северо-Казахстанской палаты претендуют 62 кандидата, и предприниматели по всей стране достаточно активно включились в борьбу за голос
голос в Совете. Выборы начались 5 августа, и уже на этой неделе должен был быть известен новый состав Совета, но Атамекен внезапно выступил с заявлением о том, что они продлевают выборы из-за выявленной накрутки голосов. В Акмолинской области, например, проголосовали более 10 раз одного IP-адреса. В Актюбинской области тоже активно накручивали голоса, а в Шымкенте за одного предпринимателя проголосовали таким образом более 1300 раз. Учитывая это, а также многочисленные просьбы предпринимателей, которые ограничены в агитационной работе из-за карантина, принято решение продлить период онлайн-голосования до 20 августа. Ну а завтра стартует праймериз Нур-Отан. Этот процесс завершится 3 октября, и за это время состоится выдвижение кандидатов, их регистрация, подготовка к агитации, непосредственно агитационная работа и голосование. Нас ждут публичные дебаты и вообще насыщенная политическая жизнь. Это все для того, чтобы в ходе конкурентной борьбы отобрать лучших партийцев для дальнейшего продвижения. Зачем это нужно партии? Дело в том, что раньше мы избирали депутатов маслихатов по мажоритарной системе, то есть в избирательном бюллетене ставили отметку напротив фамилии того или иного кандидата. По новым правилам маслихаты будут избираться по пропорциональной системе, то есть теперь в списке будут не фамилии, а названия партий, которые потом пропорционально отданным за них голосам займут места в маслихатах всех уровней. Потому каждой партии важно иметь такой резерв самых активных своих членов, чтобы потом из них собрать свое представительство в маслихате. И вот завтра начинается регистрация кандидатов. Им может стать каждый из примерно 40 тысяч членов североказахстанского Нур-Отана, но при этом кандидату вовсе не обязательно иметь определенный бэкграунд в рядах партии. До 29 августа еще можно получить партийный билет и на равных с опытными членами партии вступить в предвыборную кампанию. Поэтому Нур-Отан сейчас активно информирует об этой кампании, чтобы как можно больше людей было на старте. Ведь от этого зависит и конечный результат. Первый зампред областного филиала партии Асем Рахметова в интервью моим коллегам рассказала о том, как будет проходить отбор в золотой резерв Нур-Отана. Впереди нас ждут важные выборы в Мажилис, которые пройдут в конституционные сроки. Согласно внесенным в прошлом году поправкам законодательства, следующие выборы в маслихаты впервые пройдут по партийным спискам, по аналогии с выборами в Мажилис. Мы нацелены на победу и долгосрочное политическое лидерство. Поэтому уже сегодня нужно начать подготовку к предстоящей электоральной кампании. Перезагрузка для ведущей партии страны, а именно праймерис, важна. Речь идет об английском термине, означающем первичные или предварительные выборы. Цель простая – определить достойных кандидатов, активных лидеров. А уже в следующем году им предстоит побороться за место в органах законодательной власти. Предстоящие выборы будут проходить по партийным спискам, а партийные списки будут формироваться именно с 17 августа по 3 октября. Если коснуться по этапам с 17 по 28 мы будем принимать документы с 7 сентября по 3 октября, именно когда даже будут проходить наши внутрипартийные выборы праймерис, агитация не прекращается. Все кандидаты, которые хотят проходить праймерис или внутрипартийный отбор, они должны представить документы в наши филиалы, в районы, городские. Праймерис 2020-го с предыдущими не сравнятся. Начнем по порядку с даты проведения. Ее скорректировала пандемия. Первичные партийные выборы должны были пройти весной, а не в летне-осенний период. Изменением, которое запланировали, станут дебаты. Прежде во время праймерис их не было. Раньше кандидаты могли посетить несколько трудовых коллективов и на этом завершить свою, потому что они были уверены, что меня все знают или наоборот не знают. Сейчас обязательно условие агитационной кампании – это участие в дебатах. То есть наш кандидат должен быть умеющий говорить, обладать какими-то ораторскими способностями или хотя бы довести свои мысли до населения. Резонный вопрос, который может назреть – какая выгода этому самому населению от предстоящих праймерис? Выборы внутрипартийные. На их итог простой народ никак повлиять не может. У нас раньше была одна предвыборная программа всей партии. Но в этом году самая основная особенность – есть предвыборная программа «Одна областная, одна городская и 13 районных». То есть каждый житель нашей области может понять, что предстоящие 5 лет депутаты Нур-Отана или нур-отановцы какой работой будут заниматься. Контролировать проведение праймерис, которые в 2020-м пройдут в онлайн-формате, будет Комитет партийного контроля, а также специализированные региональные и территориальные комиссии.
в заключении. В понедельник мы впервые отметили День Абая в год 175-летия со дня рождения великого казахского поэта и философа Абая Кунанбаева. Постановлением правительства учрежден новый праздник, который мы будем отмечать теперь каждый год 10 августа. В понедельник моя лента в Фейсбуке вдруг стала совершенно другой, и это был самый впечатляющий флешмоб из всех, что происходили в социальных сетях когда-либо. Люди стали цитировать в своих сообщениях высказывания Абая. И стоило только удивляться, как актуальны его слова, как они просты и точны и применимы ко всему, что происходит сейчас, в 2020 году, когда мы проживаем очень непростой период в жизни нашей страны. «Мы не смогли избавиться от пяти врагов, упомянутых Абаем», написал Касым Жумарт Токаев в своей статье «Абай, Рухани, реформатор». «Злословие, ложь, хвастовство, безделье и мотовство» имел в виду Абай, говоря о пяти врагах человека. В следующем году мы отметим 30-летие независимости Казахстана. Однако в нашем обществе до сих пор проявляются некоторые недостатки, по поводу которых так сильно переживал великий мыслитель. Мы, к сожалению, довольно часто являемся свидетелями ленности, краснобайства среди наших граждан, которые по-прежнему тяготеют к праздному образу жизни, политизации каждого общественного события, нежели к повседневному труду. Конечно, если бы не карантин, год Абая и 175-летие со дня его рождения отметили бы очень пышно. В первых числах Нового года в Минкульте заявили, что планируют потратить 3 миллиарда тенге на мероприятия, приуроченные к этой дате. Правда, через пару недель Касым Жумарт Токаев обратился к Даниялу Ахметову, акиму Восточно-Казахстанской области, откуда родом Абай и где предполагались самые крупные мероприятия, и поручил значительно сократить расходы и провести этот год в деловом ключе, сделав упор на пропаганде творчества поэта. Ну а потом в мире разразилась пандемия, и сокращение бюджета стало еще более очевидным. В итоге на пресс-конференции в мае представители Министерства культуры сообщили, что из республиканского бюджета на мероприятие года Абая выделено уже не 3,2 миллиарда, а 2 миллиарда тенге. Исключили мероприятия, предполагающие участие иностранных гостей. Например, фестиваль оперы и балета, поэтические акции, музыкальные фестивали, выставки, более 300 мероприятий образовательного, культурно-просветительского характера переведены в онлайн-формат. Но при этом оставили без изменений объемы финансирования фундаментальных проектов, касающихся проведения научно-реставрационных и ремонтных работ на памятниках истории и культуры, а также музеификации объектов историко-культурного наследия Абая. В общем, в условиях пандемии мы отметили памятную дату в полном соответствии с философией Абая. Без праздных разговоров, без пышных дорогостоящих мероприятий, а за делом на будущее, широко пропагандируя творчество мыслителя, не прикрывая ее яркой мишурой громких праздников, а пытаясь осмыслить и каждый по-своему озвучить его произведение. Артист областной филармонии Бражан Есжан, по собственному признанию, большой поклонник творчества Абая, а этот концерт – чудесная возможность для музыканта, пусть и онлайн, поделиться и заразить публику своей любовью к лирике Абая. Менің репертуарымда Абай атамыздың. В моем репертуаре все произведения великого поэта. Каждое из них для меня особенное. После того, как прослушаю, хочется сию минуту сыграть и спеть. Труды Абая, его общественная деятельность вызывают у меня восхищение. И я очень рад сегодня исполнять его произведения. Сегодня спою песню, переведенную Абаем «Письмо Татьяны Онегину». На мой взгляд, любовная лирика по-особенному захватывающая. А это сцена казахского драматического театра. В зале нет зрителей, они по ту сторону экрана, но это не помешало артистам сделать постановку всем сердцем. В программе и отрывки из произведения Мухтара Ауэзова «Путь Абая» и танцевальные зарисовки. Театр атнан без. В отрывке произведения Мухтара Ауэзова «Путь Абая» мне посчастливилось сыграть главного героя Абая Кунанбаева. Для меня это действительно честь сыграть такую великую личность. На репетициях отдавался полностью, ведь прочувствовать и стать хоть
хоть и ненадолго, Абаем непросто. Эту атмосферу мы с моими коллегами прочувствовали сразу. Думаю, что сегодняшнее представление не оставило наших онлайн-зрителей равнодушными. Поэт, просветитель, гуманист Абай Кунанбаев – великая личность. Пожалуй, во всей истории и казахской литературе нет имени более известного, более весомого, более почитаемого. Мы, в свою очередь, организовали онлайн-концерт, на котором выступали наши актеры, певцы и ансамбли. Подготовка шла с особым настроением. Мы пытались войти в атмосферу прошлых веков и почувствовать величие слов сына Великой Степи. В понедельник памятнику Абаю и Пушкину в Петропавловске торжественно возложили цветы. В условиях карантинных ограничений церемония прошла скромно, с соблюдением мер безопасности, но петропавловские активисты все-таки организовали на площади небольшой музыкальный флешмоб, рассказывает Айгерим Мукашева. Национальная гордость казахского народа. Великий Абай, литературное наследие которого изучают и чтят до сих пор. Будут это делать и спустя века, уверены собравшиеся у памятника Абаю и Пушкину, чтобы отдать дань памяти великому гению. Его творчество – сочетание эстетики, вкуса и глубины. Но нет предела совершенству. Даже свои первые произведения Абай дорабатывал, улучшал, доводил до идеала. Это абаевед Заркан Тайшибай узнал, когда изучал его первые публикации на страницах газет. И сравнивал их с последующими вариантами. Есть такое стихотворение, как я волосным стал. Первый вариант был написан с третьего лица. А вот который известный нам сейчас, нынешний вариант в сборниках, с первого лица. Я был как стал. И текстологически есть большие разницы. Даже качественно Абай находил эпитеты, сравнивал, улучшал. Порой слова Абая режут не хуже меча, беспощадно и попадают в цель, то есть в душу. Поэт нередко поднимает моральные проблемы казахов, призывает к прогрессивному развитию общества. Он боролся за равноправие мужчин и женщин, отрицал калым и многоженство, критиковал феодальные нравы, а еще невежество. Будущее в учении и науке, говорил Абай. По его заветам старается жить Аль-Фараби Мынбай. Злословие, ложь, хвастовство, тщету пустую и лень смети с пути своего. Когда читаешь Абая, рассказывает Аль-Фараби Мынбай, будто разговариваешь с товарищем. Тебе не читают нотации, и это не инструкция к жизни, это совет хорошего друга. За это Абая и любит молодежь. Молодежь сами инициирует различные мероприятия. Пусть будет это даже современный формат, да, вот челленджи, флешмобы. Пусть будет так. Многие из них даже пробуют сейчас новые аранжировки, там, добавляют битбокс, там. Но тем не менее, они видно, что читают, интересуются произведениями Абая Кунанбаева. Все его произведения несут глубокий смысл, например, слова назидания. Там очень многое как раз-таки говорит о доброй порядочности, о воспитании молодежи. Да? Абая цитируют, переводят на другие языки. Творчество досконально изучают, а память чтят. Духовный реформатор, великий мыслитель. Исследователи всего мира сходятся в одном. Абай Кунанбаев однозначно опережал свое время. Эту неделю мы увидели такой, а информационная служба МТРК продолжает находить для вас самые интересные, самые важные новости, чтобы каждый день держать в курсе, а 7 дней спустя подвести итоги. Оставайтесь с нами, новости будут, и пусть больше будет хороших.